Владимир Владимирович, обращается к вам мобилизованный Иркутской области полка 1439, отправленный в ДНР с города Новосибирска 31 декабря 2022 года. Отправляю штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки на убой и напрямую говорят командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой – это получить ранение. Поддержки, артиллерии и тяжелой техники. Одним словом отправляют на убой. Под обстрелы минометов, артиллерии и крупнокалиберной. Войсковой части 95-380. Полк 14-380. А сегодня еще и вертухами вы хотите, чтобы мы не оказывались? Да лучше пускай сажают. Нахуй. Да пускай сажают. Сидите, сажайте, будем. Куда никто не пойдет. Туда никто не пойдет. Разбирайтесь, блядь, разбирайтесь. Сколько там? 5 лет? 7 лет? 10. 10, да похуй. Тихо, тихо, тихо. Ну не жизнь, блядь. За кого? За что?